ребята. В общем, сейчас мы зону бабу. В общем, ребята, хочу поделиться новостью. Данный видеоблог будет называться «Кочка в маске из дрыща качка». Ну, как-то так. Ничего, в общем, вот. Сейчас я с вами поделюсь новостью. В общем, ребята, вот. Занимался, блин, всю весну, последние две недели. В общем, помещение, комнату сделал себе. Начну, что там, с полочек. Были доски вообще. Вот доски все пропенил, провода провел. Короче, старый линолеум. Вот, короче, паласик тоже постелил. Вроде нормуль, сейчас вид есть. Уже подготовился, купил себе обруч в Ашане, гантельки в Ашане. Эти гантельки тоже приобрел на Авито. Эти гантельки у меня были давным-давно. Вообще не помню, но они были, короче. Так, штангу тоже купил в Ашане. Вот этот, блин, один больше, один меньше. Положил, короче, на весы, отпилил болгарочкой, сравнял. То есть вес теперь одинаковый. Так, вот, приобрел тоже бэушный лежак. Здесь еще есть вот это вот, как она. Ну, короче, ноги качать. Вот, гриф тоже у меня был, короче. Вот два блина я уже покрасил. Вот эти блины, я не знаю в чем. Тоже, короче, приобрел это все. А вот блины по 15 кг. Их тоже вместе со станком шли. Парнишка купил. Вот на днях снял палочку себе вот такую вот. Ну, качать, вы там поняли. Вот так вот. На предплечье упражнение. Вот эти блины покрасить надо будет тоже. Так. А вот стоечки тоже замутил. С блинов, а с больших жалко, конечно, но это, да, ну они тонкие вон какие, что там сантиметр, грубо говоря, там веса то нет, сколько, ну килограмм, наверное, не знаю, 7, может 8, но такие здоровые, ну для стоечек нужно. Так, гриф тоже у меня, короче, был, я его тоже почистил так чуть-чуть. Вот эти блины я уже покрасил, то есть закупился я по-конкретному. Так, вот еще гири тоже приобрел. 24, 16. Да, еще в Ашане взял колесико. Здесь отодрал ценник, клей остался. Это ерунда. И вот на днях сделал вот такую приспособу. То есть жим на плечи. Вот сюда вот садишься. И вот это вот это как бы. Вот оно вот так фиксируется у меня. Вырезал, блин, сегодня пилил. Подгонял вот это вот все. С дерева, из ДСП. Да ну чё, тренироваться хочется, думаю, блин. Начну новую жизнь. Буду тренироваться. Сейчас это как бы. Да как бы у меня давно такая мечта есть. Тренироваться. Вот плакатик, кстати, наклеил. Это Андрей Шокин. Кто не знает, вы посмотрите в интернете. Вот телек сюда занес. Смотрите, блин, прикол, да? Подставочка такая с диска, с колесного. Автомобильное, короче, колесо. Телек старый, DVD-шка. Сапчик. Ну, чтобы музончик качал, энергия подпирала, и тренировочки шли нормально. Здесь я уже позанимался.
Несколько дней. Нормуль. Но все еще нужно доделать, дорабатывать. Здесь я вот так утеплил помещение. Как он называется-то? Двоечка, троечка там она вот эта вот идет. Ну, утеплитель. Степлером. Потом что? Фонарь повесил сюда, вот этот вот. Светильник, фонарь. Я уже угораю. Фонарь, фара. Поворотник, блин, еще бы сказал. Светильник, короче, да? Вот здесь вот тоже такой светильничек дневного света. Ну, свет такой прикольный довольно-таки. Ну, мне нравится еще. Ну, вот, ребята. В общем, понятно будет, да? Я как бы не спортсмен. Я, то есть, форма у меня не айс. Я сейчас, рост у меня 2 метра. Вес у меня, короче, 80. 78, 80, короче. Вес, вот, короче, показатели вообще. Не айс. Вот сейчас потихонечку начинаю осваиваться, начинаю тренироваться. Буду, короче, в видеоблоге писать там, как тренировки, как вообще будет на мне идти. Туда-сюда вообще, как буду пробовать все на себе. Вот такие пироги. Ну чё, пацаны, чё я скажу напоследок? Единственное, что могу сказать напоследок, кому интересна эта тема, мне уже 30 лет, я только начинаю тренироваться. Я понимаю, что нужно начинать заниматься в 18, там, 15, даже в 14, это уже самый такой возраст для занятий необходимый, с 14 там и так далее. Ну, что ж поделать, начну и вот так вот. А дальше следите за мной, кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. И напоминаю еще раз, видюха, видюхи, блог будет под названием «Кочка в маске из дрыща в качка». Вот так вот. Все, до свидосик.